Маша Голубкина, когда сидела на вашем месте, и мы с ней беседовали, она меня ошарашила тем, что сказала мне, что все мужчины, это к тому, что вы в известном сериале снимаете, про то, что все мужчины СВО, она делит мужчин на 4 категории. Вау! Да, 4 категории. Она провела большое исследование, слушайте. И только, да. Самая распространенная категория – это козлы. Так, так. Естественно, есть свиньи, есть коты и есть собаки, ну, псы. Вот, скажите, она пожалуйста. Любит животных, я поняла. Да, вот вы согласны с этим разделением? На... Нет. Нет? Нет. Вы считаете, что мужчины что? Они что? Они не СВО, это понятно. Мы уже с вами до эфира об этом поговорили. Но вы как-то подразделяете мужчин на какие-то Нет, категории? Нет, никак. Вы знаете, я думаю, что вообще все эти подразделения и все попытки... Ну, мне кажется, что это вообще-то говорит об очень сильной обиде и уязвимости и слабости какой-то, когда человек публично начинает, как бы сказать, излагать любую агрессивную точку зрения, это значит... Почему это разве обязательно агрессивно? Ну, конечно. Так человек так видит. Ну, мне кажется, что это агрессия. Угу. Мне кажется, что это некоторая, так сказать, я препарирую мужчин, я на них смотрю, я их разделяю, я их, значит, вот по разрядам распределяю и так далее. Я думаю, что просто и мужчина, и женщина, они все абсолютно разные, и со своим набором качеств, так сказать, желательно встретить какого-то своего человека, который тебе максимально близок по духу и всячески иначе. И вообще, я думаю, что наш мир как-то гибнет вот от этих всех подразделений, от этих, как бы, потому что мужчины, в свою очередь, точно так же пытаются распределять женщин и рассказать, какие они. И все мы такие знающие, только мы все очень одинокие и несчастные, понимаете? Мне кажется, что, в общем, победа-то происходит сообща. И в гармонии. И только тогда, когда ты находишь в себе возможность смотреть с любовью в сторону мужчин вообще, не с любовью, так сказать, страстной, так, а вот с человеческой любовью, понимаешь? С пониманием, что за любовь, и с пониманием. Да. И что за всяким агрессивным проявлением мужским тоже стоит слабость, ну и так далее. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».